трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме рекомендовано принять законопроект, увеличивающий до 5000 рублей штраф для водителя за пересечение железнодорожных путей не по правилам. Сейчас размер взыскания 1000. Одновременно депутаты предлагают провести экспертизу всех переездов в стране. По их мнению, там, где автомобилисты простаивают продолжительное время в ожидании поездов, нужно возводить путепроводы. Трасса 101. Еще одну законодательную инициативу, касающуюся автотранспорта, Госдума одобрила в первом чтении. Речь идет о введении штрафов за производство и продажу некачественного бензина от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Плюс нарушители заплатят 1% от выручки, но не менее 500 000 рублей. В случае рецидива той же автозаправочной станции будет грозить штраф в 2 миллиона рублей или приостановление работы на 3 месяца. Трасса 101. Министерство здравоохранения снова выступило за запрет курения в автомобиле, если там находится ребенок или дети. Кроме того, врачи хотят объявить зонами без табака остановки общественного транспорта и подходы к ним. Курить в машине в присутствии несовершеннолетнего нельзя, к примеру, в Англии. Для игнорирующих норму предусмотрен штраф 50 фунтов или примерно почти 4000 рублей по текущему курсу. Трасса 101. Федеральный центр хочет ужесточить правила расходования регионами денег по программе «Безопасные и качественные дороги». В частности, перед субъектами будет поставлено условие заключать контракты на ремонт не позднее 31 марта. При несоблюдении этого и других моментов деньги придется возвращать. Добавлю, как было озвучено администрацией Кирова в сентябре, в 2018 году в рамках вышеупомянутой программы наш город должен получить почти 1 миллиард 200 миллионов рублей. Спрос на подержанные легковушки отечественных брендов в этом году чуть ниже, чем в 2016. А вот иномарки с пробегом, по данным агентства «Автостат», наоборот, показывают небольшой рост. Три самых покупаемых зарубежных модели – Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris. Среди наших марок лидируют Lada Samara, Lada Classica и Lada 2110. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.